Добрый день! Представляю вашему вниманию лот «Куртки детские. Крем Голландия». Подробности под описанием. Начнем мы с куртки на 116 ростовочку. Спинка на флисе. Как мембранная ткань. И внизу еще, видите, есть, чтобы не поддувало, резиночка с застежками. Вот так. Ну, довольно-таки тоненькая курточка на осень, наверное, весну. Дальше у нас с высоким воротничком на 92, на флисе внутри, на синтепоне. Очень такая плотненькая, тепленькая куртка и высокий-высокий ворот. Это Zara на 152 сантиметра. Рост, джинсовка внутри плюшевая, утепленная, с капюшоном, как парка джинсовая. Вот. Здесь тоже джинсовка на 122-128 утепленная, то есть рукава без утепления. Это H&M у нас и на 146 рост, как косуха, только она как под замшу сделана. Искусственная замша, тоненькая. На 128 ростовку здесь у нас искусственная дубленка. Прекрасная, шикарная дубленочка. На 116-122 рост куртка теплая, на синтепоне с капюшоном. Name It на 80 сантиметров курточка. Тепленькая, на синтепоне, с опушкой, с капюшоном. Капюшончик отстегивается. Маленькая. Дальше у нас тоже дубленочка искусственная. На рост 18-24 месяца. Прекрасная, с капюшончиком. На 140 сантиметров масита ветровка, внутри сетка, тоненькая ветровочка. И здесь винтер на 146 сантиметров, куртка уже зимняя, прям плотный-плотный там синтепон. И на флисе полностью она внутри. Очень классная теплая куртка с капюшончиком. И еще посмотрим. Здесь курточка на 86 ростовку. На флисе внутри тоже. На синтепоне с капюшончиком. На 116 пальто. С капюшоном. Капюшон не отстегивается. Пальтишко расклешенное немножко. Здесь у нас на 128-134 рост. А, нет, на 152. На 152. Мне кажется, что она не очень большая. 152, наверное, маловато будет. Тоненькая ветровка с подпадом просто. На 128 ростовку. Здесь просто плащ как очень-очень тонкий. Прям тоненький подклад, тоненький плащик. Без утепления. С капюшоном. Такой. Ветровочка тонкая.
на 160 рост. Тоже ветровка с подкладом. Подклад сетка с капюшончиком. Тонкая. А здесь у нас уже и так. Здесь где-то тоже на 152 рост. Ветровка на синтепоне уже. Потеплее. Джинсовка Name It на 110 сантиметров. Тоненькая. На 110-116. Тоже ветровка внутри на флисе. То есть без синтепона, просто вот на флисе внутри. Непродуваемая, непромокаемая, с капюшончиком. Капюшон отстегивается. H&M 74 рост. Джинсовочка. На 122. Это у нас тоже как дождевик. Ну, плащик тонкий, без подклада совсем. Это Zara. С капюшоном удлиненным. Здесь пятнышки есть какие-то. Ну, я думаю, что они отстираются. Цветные пятнышки. Так. На 68 ветровка, тоже тоненькая, на хлопковом подкладе, очень тоненькая, с капюшончиком. На 134 джинсовка, плотная. Здесь маленькая, малюсенькая пальтишка. Это прям тоже вот на 3-6 месяцев. Вот, шикарное просто пальто. Cotton Kids на 9-10 лет. Куртка кожаная. Внутри плюшевый подклад. Утепленная тоже. Здесь у нас на 80 сантиметров джинсовка. Скорее всего, для мальчиков тут. Рейсинг. Ветровка на 146-152. America Today. На подкладе сеточка, очень красивая, яркая ветровка. На 3-4 года, 104 сантиметра джинсовка. Здесь у нас толстовочка Mountain Peak на 152. На флисе внутри, сверху спортивный трикотаж. И капюшончик у нас утеплен. Плюшевый. Здесь куртка демисезонная Name It на 86 сантиметров на синтепоне с капюшоном. Ветровка на 6 лет. Тоненькая ветровочка. Подклад. Даже нету там подклада, я так понимаю, да. Она просто двухслойный вот такой материал. На 86 ростовочку плащик маленький, тоже ветровочка с тонким подкладом. Здесь у нас дождевик, как клеенчатый, на 116. Вот. С капюшоном. Такой дождевичок. Подклад как спортивный трикотаж. Маленькая тоже вязаная толстовочка с подкладом. Где-то тоже на, наверное, на 80 примерно сантиметров. Раз. Здесь у нас тоже ветровка дождевик на 104 сантиметра клеенчатая. Внутри на флисе. Прекрасный такой капюшон. Отстегивается. На 8 лет куртка демисезонная на синтепоне. С капюшоном. Как бомбер. Внизу, видите? На резиночке. На 134 рост куртка тоже демисезонная.
жилет на 74 ростовку. Очень теплый, на флисе и как бы, ну, такой приличный наполнитель. На 164 бомбер. Габиану. Тоже на синтепоне. Подробности в ссылке под описанием. Спасибо за внимание.